В Оми и Нижней Пёше в завершающую стадию вошло строительство 12-квартирных жилых домов. Об этом стало известно в ходе рабочего визита представителей Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа в Несь, Ому и Нижнюю Пёшу. Первым делом комиссия проинспектировала строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Неси. Сейчас на объекте работает бригада в составе 9 человек, которые завершают внутренние отделочные и электромонтажные работы. По данным представителя подрядной организации, весь комплекс работ будет завершен в первой половине октября. В Оми комиссия проинспектировала строительство 12-квартирного жилого дома. По данным представителя подрядной организации, уже на следующей неделе строители завершат монтаж навесного вентилируемого фасада. Работы будут завершены также в октябре этого года. В Нижней Пёше также ведется строительство 12-квартирного жилого дома. Кроме того, в селе строится школа на 110 мест. Подрядчики заверили, что сдача объекта состоится в конце 2015 года. Но, по мнению специалистов Департамента строительства и ЖКХ НАО, строители не успеют выполнить внутренние отделочные работы в этом году. Рабочие лишь завершили монтаж стен и межэтажных перекрытий. Ведется подготовка к монтажу кровли. До закрытия навигации ожидается поставка материалов для выполнения внутренних отделочных работ.